Здравствуйте! До обеда сегодня луна без курса, поэтому занимаемся повседневными делами. Не перегружайтесь, не перетруждайтесь, берегите себя. И лучше занимайтесь наведением порядка в офисе или дома. Это и есть совет дня. Надо навести порядок, хотя бы в телефоне, почистить фотоальбом или контакты. А если найдете время на поход в салон красоты, то будет чудесно. Всего хорошего вам и до встречи завтра!